Заработок 500. Понедельник, 10 июля. Завтрак. Давайте жрать. Макароны, спагетти. Тонкие котлетки. И овощной салатик. Овощной. И еще вот такие вот сыр. Какой-то обжиги измазанный. Да. Мне сыр, кстати, не понравился. Надо его с макаронами съесть. Я его вчера с пенными напитками пробовал. Он мне не зашел. В принципе, то же самое, как и не зашел этот. Есть продают типа с укропом его. Их два вида есть в продаже. Один типа написано с зеленью, типа. А второй как раз вот с этой красной субстанцией. На дождик. Сейчас работники должны прийти. Сплит-систему устанавливать новую. А после обеда другой работник вот эту сплит-систему прочистит. А то она ее лет 10 не чистили. Короче, невкусный вот этот. Не рекомендую. Если только... Вот жалко выкинуть мне ее. Придется с макаронами, да? Но все равно остаток надо выкинуть. Многие скажут, а типа что брал ее? Ну вот я на это и беру, что пробую что-то новое. Потому что если ничего нового не пробовать, то ты не узнаешь о новинках. Так попробовал, не зашло. А если бы не попробовал бы, постоянно ходил бы и смотрел бы на этот сыр.
Так это от него изжога. Или это не от него, а от чеснока. Салатин. Остальное в мусор, блядь. То ли дело чипсики, да? Упал. Огурец. Упал огурец. Пока.